Итак, всем привет, с вами Домгэ, мы продолжаем играть в Victoria 3, запрусь с нашей новой сборкой модов после патча. Все, в принципе, как и в прошлой серии, невероятно. Если вы еще вдруг, ребят, не подписаны, обязательно подписывайтесь, а у нас на пути стоит еще Дания и Австрия, так что с ним придется разобраться, чтобы сформировать нашу Германию. Поехали. И наша экономика действительно потихоньку разгоняется, причем экономики ботов, по ощущениям, тоже начали нормально разгоняться. Чуть поактивнее, чем обычно, хотя я, может, ошибаюсь, но... А, по крайней мере, они не сломались, это самое главное. Если действительно они будут развиваться побыстрее, а в моде это задумано, это отлично. Единственное, я вижу очередную гражданку в Америке, это немножко грустно, но мне в целом без разницы. И начинаем мы с Дании здесь вот рамсить, скажем так, забираем Шлезвиг-Гольштейн и берем Данию в протекторат после этого. Я посмотрел, просто протекторат достаточно дешевый, так что почему бы нет. И никто не зашел, слава богу, было бы неприятно еще с кем-то за это воевать. Они... А, нет, показалось, что они сдались, но нет, конечно, не сдались. Ничего такого, просто пойдем и захватим их. Все достаточно просто. И я так понял, да, вот этих ребят мы захватили уже, теперь просто Данию. У нее даже нету армии. Почему-то, видимо, у нее совсем все плохо с деньгами. Мы тем временем строим бюрократию, чтобы... этими всеми нашими институтами было все хорошо по плюс левелу. Медицину вообще надо как можно быстрее выкачать, это и уровень жизни, и смертность минус, то есть население плюс. Ну и потом в идеале, конечно, наверное, за беспорядками, но только после профессиональной полиции, потому что правоохранительные органы, наверное, нам пока не стоит вкачать. Я вижу очень странный ивент. Есть какое-то, видимо, мы должны не давали Брауншвейгу, и они говорят нам, добавьте парней в правительство. Добавил. Проверяй. Ну и вот Дания сдалась, я так понимаю, да, мы получили себе территорию, отлично. Ну и типа мы получили их всех все в рынок, так что, наверное, норм. Ну и, конечно, не считается все равно. Ладно, допустим. Допустим, не считается, потом просто как-то ее аннексирую, не знаю. Смотрим. Это плюс страна в рынке, плюс страна, которая потом будет им давать деньги. И в принципе просто плюс марионетка Вюртемберг. А, это окей, революция. То я подумал, они вышли. Было бы неприятно, действительно. А вот наши институты и как раз дорастают до приятных уже уровней. Остается совсем чуть-чуть подкачать. И в принципе мы достаточно неплохо так развиваемся, я бы сказал. Ну слушайте, давайте еще вот сюда залезем, здесь есть и золото, и потом будет резина. Давайте, я вот просто искал, куда бы нам залезть. Я думаю, да, на себя сам это. Ну и нет, профессиональной полиции у нас пока что еще не будет. Ну уж совсем с ней не везет. Ладно, можем мы что-то еще полезного сделать. А свободная торговля на самом деле не такое плохое изменение было бы. Можно вполне себе попробовать. И за Бруней никто не заступился, даже Цин. Обычно я помню, всегда какая-нибудь Цин выступается за них, но в этот раз вообще никто, что меня более чем устраивает. Поэтому без особых проблем мы захватим Бруней, и потом постараемся, конечно, все остальное тоже дозахватывать. И мгновенно мы их захватили, отлично. Пойдем сейчас дальше по вот этим всем полупромчатым мужикам. И пока со свободной торговлей вот попроще. Тут и шансы хорошие, и ивенты прокуют позитивные, приятно. Тут сразу нам не хватает, сразу же золото есть. Порт строим и выбрасываем все до обычных. Вообще, вот так давайте пройдемся. И не останавливаемся мы на этом, конечно же. Отправляемся просто дальше. Ай, подождите, я напал на кого? Кого? Самбас? Почему я напал? Это была марионетка Нидерландов, видимо. Ост-Индии, точнее. А не самих Нидерландов, что делает ситуацию немножко любопытнее. Доминион. То есть мы можем взять и захватывать здесь остальные земли их. Что я определенно хочу сделать. Да, я думаю, сюда мы сольем большую часть нашей агры. Называемой. И, подождите, Нидерланды зашли... А! Да, Нидерланды зашли за Ост-Индию. Ну, увы. Говорится, Нидерланды, мы с вами были практически в хороших отношениях. Придется их немножко подпортить. Да, сразу миллион уведомлений о том, что мы тут, мол, не торгуем. Господи, кто у парадоксов придумал выкидывать вот такое вот уведомление вот сюда, даже не сюда, прям вот сюда.
Это уведомление, если что, о том, что какой-то торговый путь не работает один. То есть будет у вас 20 торговых путей со страной, 20 уведомлений выстрелится. А зачем? Ну, не знаю, надо. Ну, война очевидно простая, что там мы побеждаем, что здесь мы сейчас все захватим без проблем. Вот мы приняли свободную торговлю, это нам освободит и бюрократию, и торговать попроще, и конвоев в теории должно стать больше, на самом деле не становится, но мы их, конечно, просто достроим. И Нидерланды задались, я так понимаю, да. То, что хотели мы тут получить, мы успешно получили. Прекрасно. Слушайте, я почему-то начинаю чувствовать, как игра начинает замедляться, это прям становится неприятно, однозначно. Особенно учитывая то, что мне нужно все еще ждать вот этого, судя по всему, а не исследует. Ну, насколько я понимаю, именно это мне мешает начать дип-игру, и, очевидно, сформировать тоже. О, вот я и нашел, смотрите, кацаны поддерживают вот этих вот ребят внезапно. Ну, вот брика. Смотрите, что я вижу. Эти ребята реально вот сюда вот отправляют выставку. А мы можем сделать вот так, и окей, они едут. И, ну, допустим, вот этих ребят сюда на защиту. Они тоже теперь что, едут? Да. Отлично. И нет, мои войска не успевают. А, ну, я уже мобилизовал здесь ребят. Как бы можно было сразу, но я сразу этого не делал. Ну, сейчас высаживаемся вот отсюда и параллельно наступаем вот отсюда. Ну, и теперь я просто с, не знаю, с сонным лицом сижу и жду, пока дотикает этот невероятный парскор и эта невероятная механика войны закончится. Все, чтобы забрать одну провинцию, как говорится, такова цена капельки крови. Ну что, начинаем еще раз то же самое. Неужели германская национальная идентичность завершена? Нас ждут большие времена, Северогерманский союз. Limited power, неужели? Германия. Все еще нельзя. Все еще нельзя. Ну, очевидно, сформировать-то мы точно не сможем, пока как бы нет условий, да. Это точно абсолютно логично. Ну, кстати говоря, и в таможенный союз наконец-таки мы смогли добрать обратно Вюртемберг, который из-за революции выпал. Кстати, в Нассау сейчас бесконечная гражданская война, потому что ни у кого нету солдат, как я понимаю. Ну да, но погибших, то раненых, поэтому повстанцы проигрывают. Они за чашкой чая сидят напротив друг друга за столом. Кто первый мордет, тот и проиграл. Как бы глаза у этих восставших уже устают. О, можно назначить Бисмарка канцлером. Вау. О, снижение дурной славы, давай. Ну и потом здесь мы захватываем Кутай и останется совсем чуть-чуть здесь до полного контроля этого острова, что было бы очень неплохо. А профессиональная полиция просто отказывается приниматься. Просто тотально отказывается. Возможно, стоит еще добавить какой-нибудь... Так, да, интеллигенты еще хотят их. А давайте, может, сделаем вот так. Тут побольше шансов. Может, что-то поменяется, хотя немножко поздно для таких вещей уже. Кстати говоря, можем снизить автономию Дании. Сделаем это обязательно. Но наш цвет покрасился, и теперь платит нам... 4,5 тысячи немало. Ой, наконец-таки доступна кнопочка. Ну что ж, пора. Ну, как говорится, так, конечно, пора. Почему и нет? Они могут принять 25% шансом. Они приняли? Австро-Венгрия просто тузовую дала. Это победа, товарищи? А только почему-то кто-то тут не хочет. Все в русском рынке. Это Люксембург не в русском рынке. Ладно, они, видимо, перерасчитывают Гамбург. Не имеет власти над Гамбургом. Я имею власть над всем, я есть Гамбург. Держу 24. Блин, а что значит не имеем над Гамбургом контроля, когда мы имеем над Гамбургом такой же контроль, как и над всеми другими странами? Это какой-то абсолютный бред. Ну, я не удивлен, как говорится. Причем даже вот сюда смотрим, здесь 105. Здесь 105. Давайте попробуем поперезагружаться, не знаю. Вот, я не вижу никаких других выходов, кроме как зайти в режим разработчика и анексировать Гамбург, потому что, ну, это за бред. Почему игра опять сломана просто в простейших вещах? Кстати говоря, я анексировал, теперь здесь
появились некоторые вопросы, скажем так, к тому, как игра работает. Еще осталось вот это вот действие. И я так понимаю, мы действительно даем им деньги, да? А, да, мы спонсируем свой собственный город, который теперь в нашем составе. Ладно, это не так важно. Важно то, что мы наконец можем сделать эту прекрасную кнопку. Сформировать государство Германия. Это наш король, либо победа немецкого народа. И, ну, да. Пожалуй, лояльность парень, конечно, получает баф перманентно. А это круто, но он старый. А вот это дает мне лоялистов, которые тоже технически как бы перманентные, пока они не перестанут ими быть. И, о да. Сразу как приятно. Цвет, конечно, немножко не тот, но нормально. Меня это устраивает, и мы стали сразу 64 миллиона ВВП. Сейчас, наверное, еще пошаманим, получится, наверное, больше. И самое главное, теперь темпы роста нашего просто будут очень-очень большими. Поехали. И да, мы, конечно, немножко в минус перекатываемся, конечно же. Потому что у нас, ну, немного, скажем так, многовато производств. Именно, точнее, построек. Но ничего, мы с этим сейчас справимся, кое-как их сбалансируем. Сейчас где надо, что надо подстроим. В общем, совсем справимся. Ой, там против нас начали бунт, что значит, что мы сейчас можем их аннексировать, что ли? Чуть приятно. И да, ух, полетели домики, строятся, что частное, что государственное строительство просто оживает на глазах. Единственное, наверное, я бы все-таки пораспускал лишнюю армию. Но тогда можно оставить. Ну да, вот такие у нас примерно цифры в итоге после всех различных манипуляций. Такой пути тоже наладили. И сейчас будем у нас что? Расти грамотность еще, я думаю, сверх того. Надо задуматься о правах человека, наверное, и о детском образовании. А вообще надо бы задуматься, ну, чтобы у Франции поесть колонии в Африке и съесть массину потом. Так, с флангом мы, конечно же, разобрались. Прекрасно. Теперь нужно думать, что сделать с Францией. Мы пока молим в космос по экономике. Да, мы, я думаю, точно готовы начать войну с Францией. Кто-то может вмешаться, но я не думаю, что нам есть смысл кого-то бояться. Поехали. Излучшить США, решили поддержать Францию. Ну, удачи им с этим. И вот война начинается. Американцы, я думаю, сюда уже едут. Или нет. Ну, вообще, да, едут. И пока что французы пускай начинают нас атаковать. Мы их истощим. Они закончатся, перейдем потом в контратаку. В принципе, план достаточно классический. Пока в это время наш флот высаживает наши войска в Африке, непосредственно. На саму цель войны. Ну и что, давайте, ребята, делаем ставки, как говорится. Работает ли здесь высадка теперь? Есть шанс, что работает. Блин, вот это так смешно выглядит. Австро-Венгрия просит помощи у России против Данмарка, республики, которой даже нету солдат. Ладно. И я забайтил их атаковать дальше, уведя отсюда одну армию. Видите, да, это очень успешно работает. Здесь мужики вроде что-то красят. Ну, давайте их отправим красить что-то чуть-чуть интереснее, потому что здесь уже остались провки, которые просто доколониваются Францией. Хотя, по ощущениям, мы и так уже выиграем, потому что, да, мы контролируем царь войны, они кучу потерь несут. И да, прикиньте, 150 тысяч и 230. В этом случае тут нету потерь, которые мы получили, а им просто не засчитали. Если честно. Сделать вот так, может. Да, забайтили. Хотя бы еще на одну атаку, отлично. Наматываются французы на наши пулеметы. И война выигрывается. И господи, наконец, смотрите, профессиональная полиция, неужели? Я думал, это уже невозможно, но нет, это все еще возможно, оказывается. Это прекрасно. А что мы можем теперь еще взять? На вот такое мы, к сожалению, пока что позариться не можем. А, церковь. Нам нужно либо государственное, либо атеизм. У нас есть два варианта. В принципе, мне даже, наверное, больше нравится вот это. Посмотрим. А вот Франция и капнула достаточно просто и быстро. Можем сразу поехать вот сюда. Слушайте, наша армия смогла успешно до сюда дойти и потом дойти до границы. Получается, все в порядке здесь. Вау. Ну и быстренько мы их закатываем и сможем начать строить образование нашему народу. Как говорится, никто не уйдет необрезанным. И вот мы их успешно тоже захватили. Отлично. И, наверное, да, будем все включать, чтобы работники лучше находились. И смотрите, здесь Ишка уже строила.
Потому что, видите, нам оно сюда пришло. Значит, что Ишка уже строила, и мы просто почти моментально ее получаем. Кайф, кайф. Мы просто достраиваем. Типа, спасибо, ребята, мы тут... Дальше мы справимся, спасибо. Шикарно. И вот у нас уже 62 год. Сделанная Германия. Личная ВВП. Личный рост ВВП. Личный рост грамотности сейчас будет. Шикардос. И не стесняемся в наших новых колониях тоже строить растения красительные. Которых нам не хватает в данный момент. Но вообще нам почти всего хватает. Чего не хватает, быстренько достроим. И да, частники тоже что-то строят. Но я не буду полагаться на частников. Мне все-таки больше по душе строить самому именно то, чего нам не хватает прямо сейчас. Хотя, может, я еще передумаю, но пока что да. Я вижу это именно так. Более свободная конкуренция даст еще больше власти промышленникам. Ну, так потенциально. А у нас промышленники и так, смотрите, какие толстые, раздутые. Надо с ними поаккуратнее. Хотя, с другой стороны, если они будут довольны, то они и не против будут даже коммунизма. Им тогда этого заплатили, верно? Что ж, на этом можем мы подзакончить нашу текущую серию. Германия сильна, как никогда. И готова мстить за то, что нас тут все подряд вокруг унижали. Так что с вами был Дабгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твичи, скоро пусть. Все, ребят, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.